еще раз. Так, новый интересный велосипед. Два Диора впереди стоят на стелсе, на Ашане. Значит, задний Диор работает, передний не работает. Очень интересное крепление тросика, непонятное. Одного винтика нету, вилка новая. Тормоза древнющие, дисковые. Так вот крепится вынос. Там такие болты. Система, шатун левый и правый, металл и алюминий. Кривая рама, колесо стоит криво. Сзади стоит Диор, полностью убитый. Крепление заднего калипера на адаптер, на интересный. То есть человек привез велосипед на новых колесах, с новой вилкой, с новым сиденьем, но его восстановить нереально вообще.